Крыши текут, дома разваливаются, на улицах гололед. Коммунальные службы выполнять свои обязанности не торопятся. На жалобы жильцов не реагируют. Смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Прощание с домом. Собственник квартиры в аварийной трехэтажке боится, что не получит компенсацию за разрушенное жилье. Моя квартира находилась вот здесь, на третьем этаже. Она была угловой, окна выходили, два окна выходило вот сюда, и два окна выходило вот на лес. Смертельная опасность. Жители пригорода Барнаула боятся отправлять своих детей в школу. Ученики идут по проезжей части. Дорога есть, но детям идти негде. Получается, мы ребенка со школы забираем и отвозим. Устали от ежегодных потопов. Жители многоквартирного дома не могут добиться от управляющей компании качественного ремонта. Второй подъезд, 10 этаж. Вот из-за вчерашних морозов и потепления потекла крыша. Вот она, вся лужа здесь. Вы только представьте, идете вы мимо своего дома, идете и видите, что дома-то больше нет. Такая комичная ситуация, но именно она произошла с жителем Барнаула. О том, что его дом разбирают на кирпичи, он узнал совершенно случайно. Проходил мимо своей трехэтажки, поднял голову и увидел, что от третьего этажа, где он прожил больше 20 лет, остались одни руины. Моя квартира находилась вот здесь, на третьем этаже. Она была угловой, окна выходили, два окна выходило вот сюда, и два окна выходило вот на лес. На третий этаж уже не подняться. От аварийного дома остались только руины. Стирать с географической карты города дом продолжают и сегодня. О том, что здесь проживали люди, напоминают только личные вещи, выброшенные на улицу. Дом на Кутузова, 12, еще 9 лет назад признали аварийным. Жильцы постепенно начали съезжать на съемные квартиры. Жить здесь стало страшно. Кирпичи вываливались, стены рассыпались, частички фасада падали на тротуар. В этом году аварийный дом решили добить, перегородили красной ленточкой и начали сносить. Однако собственники узнали об этом случайно. Я проезжал в воскресенье вечером мимо дома своего и увидел странную картину, что данный дом разрушают. В понедельник обратился в полицию, задал вопросы здесь прорабу. Он сказал, что документы у него якобы на снос есть. Связался со своим руководством. Через 2 минуты буквально после нашего диалога мне позвонили из комитета жилищно-коммунального хозяйства. И пытались меня каким-то образом успокоить, что на деньги меня никто не кинет, что якобы выкупную стоимость я получу за свою квартиру. На каком основании сносят, Алексею непонятно, ведь сейчас идет суд с комитетом ЖКХ, где он пытается добиться положенной компенсации за свои 39 квадратов. Я считаю, что это неправомерно, это незаконно. То есть в случае, если договор с моим арендодателем будет расторгнут, да, мне со своим имуществом по факту некуда будет даже приехать. То есть если как бы был дом, я мог как-то, ну то есть это была моя территория, да, это была моя площадь, я мог там что-то хранить, да, там, ну там усилить как-то дверь, ну то есть это было мое. Теперь по факту здесь оставались только руины. Мэрия вышла на Алексея и заверила, что компенсацию никто не отменял, а не сносить дом, который угрожает жизни и здоровью людей, они не могли. Собственнику одному из квартир было предоставлено неоднократно соглашение на выкупную стоимость за его жилье. С данной собственностью он не был согласен, данный вопрос решается в судебном порядке. Юрист и общественник Игорь Берг полагает, что действия комитета ЖКХ незаконны. Говорит, это первый случай на его памяти, когда сносят аварийный дом параллельно с судебными разбирательствами. Право человека не согласиться с суммой компенсации, оспорить ее в судебном порядке. Более того, суд назначил по делу судебно-строительную техническую экспертизу, и материалы дела должны быть переданы в экспертную организацию. А сейчас получается, что производить оценку... Ну, практически нечего оценивать теперь. То есть объекта-то как такового не существует, его сносят. Поэтому я полагаю, что это действия комитета незаконные. К слову, Алексею комитет ЖКХ предложил компенсацию в 2 миллиона 140 тысяч рублей. Но купить однокомнатную квартиру даже на вторичном рынке недвижимости за такую сумму сейчас невозможно. Нужно минимум 2 миллиона 400 тысяч рублей. Мужчина продолжит отстаивать свои права в суде и готов обращаться в прокуратуру и следственный комитет.
Дети из барнаульского пригорода ходят в школу по проезжей части. Их родители боятся, что в любой момент с их ребенком может произойти несчастный случай. Дорога есть, но детям идти негде. Получается, мы ребенка со школы забираем и отвозим. По такой отработанной схеме Марина живет уже несколько лет. Сына третьеклассника возит в школу на машине, либо отводит за руку. А вот десятки других детей ежедневно играют со смертью, отправляясь за знаниями. Путь в школу проходит через дамбу. Дорога есть, тротуаров нет. Дорогу у нас сделали, но обочины нету. Детям ходить негде. Вон он идет, мальчик, сами видите, как он сейчас идет. То есть дети идут по дороге. Здесь нужно сделать пешеходную дорожку, я считаю, как-то оградить от дороги детей. В любом случае, либо расширить дорогу, потому что дорога узкая. В зимний период сейчас будет проезжать только один автобус. Жители поселка Октябрьский неоднократно обращались к чиновникам, чтобы обратить внимание на опасную дорогу. Но пока тщетно. Людям говорят, есть же автобус, который доставляет детей до образовательного учреждения. Нам на этот автобус идти очень далеко, на эту остановку. Проще нам довести самого ребенка до школы. Есть и очень рано автобус, то есть в 7 утра уже дети должны стоять на остановке. Обратно детей тоже доводят, довозят до школы, все так же на автобусе. Но со школы, получается? Со школы, да, довозят. Если у ребенка 4 урока, то 5 урок он сидит просто в классе, потому что автобус в определенное время идет после 5 урока. В мэрии пояснили, что сейчас расширить дорогу или принять еще какие-либо дополнительные меры не получится из-за погоды. Но уже весной опасный участок обследуют и, возможно, создадут условия, при которых пешеходы будут чувствовать себя в безопасности. А что касается вероятных несчастных случаев, пояснили следующее. В целях обеспечения безопасной доставки учащихся в школу номер 98 в микрорайоне Октябрьский действует регулярный школьный маршрут, на котором осуществляется подвоз 164 учащихся. Однако жители в социальных сетях жалуются, что подвозят только учеников начальной школы. Остальные вынуждены добираться своим ходом. На прошлой неделе Небесная канцелярия не поскупилась на осадки. Это спровоцировало ряд подтоплений в многоквартирных домах. Так жители спального района Барнаула в очередной раз пострадали от потопа. Управляющая компания помогла, прислала дворника, чтобы почистил крышу. Второй подъезд, 10 этаж. Вот из-за вчерашних морозов и потепления потекла крыша. Вот она, вся лужа здесь. Третий подъезд, Новгородская, 14. 10 этаж. Образовалась такая лужа. В подъезде лужа, на стене ржавчина от потеков. Крыша относительно нового дома на Новгородской 14 в очередной раз дала сбой, жалуются жильцы. То ли не выдержала обильных снегопадов, то ли причина еще в чем-то. Мы на крыше находимся. Евгений сейчас отбрасывает снег, потому что вчера очень много снега выпало. Сначала снег сильно падал, да, то есть потом дождь. Пошел, и вот это вот все налить, и где, куда это все проникло, то есть я вот не знаю, допустим, до сих пор ответа я не получила от управляющей компании, никакого ответа, разъяснений, где именно попала вода, снег, либо это лед, что это такое, то есть с какого места это бежит, порча общедомового имущества проходит, как бы вот на лицо. Управляющая компания «Инитиум», которая обслуживает дом, жильцов игнорирует, о причинах потопа не говорит. Люди строят свои догадки. Сегодня дворник отбрасывал снег от трубы, где предположительно думали, что идет конденсат и попадает таким образом нам в подъезд. Но это не оправдалось, это не подтвердилось. Топит многоквартирный дом уже не первый год. Жильцы просят разобраться в ситуации и навести порядок в доме. Но просьбу коммунальщики игнорируют. Жильцы пошли дальше. Обратились в жилищную инспекцию края, чтобы привлечь ответственных лиц к административной ответственности. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, которую нужно решить, звоните в редакцию телеканала «Толк», пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. С вами была программа «Коммунальный патруль». До встречи!